И гармонию. Гармонию для себя лично, когда меня спрашивают, а как мне заниматься? Вот сколько мне часов заниматься в месяц? Я говорю, подождите, мне с вами нужно пожить год, чтобы мне понять, сколько вам часов заниматься в месяц. Потому что я должна увидеть, сколько у вас детей, сколько собак, сколько кошек, сколько у вас занятость какая в жизни, там, например, да, какие условия, чем вы питаетесь, что происходит вообще, какая атмосфера. И только тогда я могу выписать вам формулу. Так вот, вы должны выписать себе сами эту формулу. Но я говорю, что это должно быть не меньше 4 часов в неделю. Не меньше, не меньше. Иначе не будет прогресса. Но вы не будете его замечать, вы просто разочаруетесь, вы не будет получаться. Он будет, но он просто будет не через год, а гораздо дольше. И вы просто устанете к нему идти. И все. 4 часа в неделю даст вам солидный, заметный результат. Затем, как контролировать свой результат? Как? Как видеть, вообще есть результат или нет? Как вы думаете? Фотографировать каждую форму. Вы должны сделать папку прогресса для себя. Сделали форму, какой бы она ни получилась, пусть она там самая ужасная для вас, вот вы видите, что ничего не вышло. Супер. Чем хуже форма, тем лучше. Сфотографируйте ее. Сюда, сюда, сюда и сюда. Раз, два, три, четыре. 4 ракурса. И забудьте о ней. И начинайте работать со следующей. И ее сфотографируйте. И забудьте о ней. Итак, месяц прошел. Посмотрели на форму, которая была последняя в этом месяце, и вернулись на месяц назад, и сравнили, и все будет понятно. Да? Если вы не видите разницу через месяц, о чем это говорит? Или вы неэффективно занимаетесь, или вы недостаточно часто занимаетесь, если вы знаете, что вы занимаетесь 4 часа в неделю, то есть это отпадает, вы точно занимаетесь, это отпадает, значит, вы невнимательны к видео. Или вы без видео занимаетесь, то есть вам нужно наглядное пособие, из наглядного пособия вы не сможете заниматься. Это будет пустая трата времени, не тратьте свое время так. Хорошо? Хорошо. Угу.